туризма приносит яхтенный туризм. По данным турецких СМИ, по данным турецких профессионалов, к 2023 году они вообще ожидают оборот почти в 15 миллиардов евро у себя в стране. При этом у них более 360 верфей, компаний, которые изготовят вам все, что угодно, на любой вкус. Вот. Италия, действует 114 марин на почти 40 тысяч мест. Греция, 241 марина на 67 тысяч мест. Испания, 329 марин и стоянок на 112 тысяч мест. И так можно перечислять очень долго, поэтому цифры, как в экономике, математике, говорят сами за себя. И, конечно же, нам бы хотелось бы ускорить этот процесс, но мы прекрасно понимаем, что это не очень просто. Вот сегодня мы разговаривали и спорили на эту тему, что может государство, что может потенциальный инвестор, даже при наличии определенной суммы. Мы прекрасно понимаем, что это не просто отель построить. Это работы на воде, под водой, это создание коммуникации и так далее и тому подобное. Поэтому любая яхтенная марина, а есть еще понятие и порт, есть понятие еще, правильно будет, вот вылетело из головы, порт укрытия. Это где нет такой развитой инфраструктуры, но где при шторме может зайти любое судно и спрятаться от шторма. Поэтому, к сожалению, из-за болезни не вируса коронавируса, а просто простыл человек, представитель Министерства транспорта, который не смог сегодня поучаствовать в нашей пресс-конференции. Я могу сказать, что еще Министерством экономики и Министерством транспорта Крыма